В Гонконге погиб участник антиправительственных выступлений. 22-летний студент местного университета несколько дней назад упал со здания автопарковки, куда забрался после того, как полиция применила против протестующих слезоточивый газ. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где утром в пятницу скончался от полученных травм. Теперь манифестанты требуют найти ответственных. Сегодня мы скорбим о нашей утрате, а также требуем, чтобы правительство и полиция провели полное расследование обстоятельств его гибели и других инцидентов, произошедших за последние несколько месяцев. Массовые акции протеста начались в Гонконге в начале лета, после того, как местные власти собрались внести изменения в закон об экстрадиции. Несмотря на отзыв законопроекта, протесты продолжились, выливаясь нередко в ожесточенные стычки с полицией. Десятки человек получили при этом ранения, но до сих пор обходилось без жертв.